31 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Руанда в нашей стране Чарльза Кайонге. Глава нашего государства коснулся важности развития двусторонних отношений между нашими странами, определения направлений сотрудничества в торговой, инвестиционной и других сферах. Президент Ильхам Алиев выразил надежду на успешное продолжение сотрудничества в рамках ООН и движения неприсоединения. Выразив удовлетворение тем, что президент Руанды примет участие в COP29, глава государства отметил важность этого мероприятия, подчеркнул его значение с точки зрения проведения дискуссий по изменениям климата на глобальном уровне. Президент сказал, что Азербайджан активно участвует в этой сфере. Чарльз Кайонга передал главе государства приветствие президента Республики Руанда Поля Кагаме и отметил, что президент его страны с нетерпением ожидает своего участия в мероприятии COP29. Как отметил посол, президент Руанды придает большое значение отношениям с Азербайджаном и подчеркнул, что несмотря на дальнее расстояние между странами, имеются хорошие возможности для сотрудничества. Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствие и добрые слова и попросил передать и его приветствие главе государства Руанды.